Короче, не дави на меня. Короче, запись пошла, вы как хотите. А, здрасте! Привет! Всем здрасте! Привет! Что делать? Ну, нажимай. Новая игра. И вот это пропустить надо. Не надо пропустить, я буду следить за сюжетом. Заткнулись все. Вальпи! An alien prison opened with a mystical key. To the warriors who opened it, the vault was just a container of tentacles and disappointment. They vanished into the wastelands, certain that the vault held no treasure at all. Мне кажется, у него тоже какой-то армянский акцент. The vault's opening triggered the growth of iridium, a priceless. Ну да, говорит с акцентом он. Говорит с акцентом. It's perfect English skill. My name is Illidan. They came to Pandora to mine iridium. А тут будут аватары? Какие аватары? Ну, синие такие. Наркоман, что ли? Ну, на Пандоре же. Тебе лишь бы мажуков голубых посмотреть, Криса. Надо открыть чатик тирана, там уже интересные вещи происходят. Да, здесь перевод. Я из-за вас половину сюжета про... да. Во время игры лучше не сворачиваться, долго разворачиваться что-то. Ну я в окне, мне нормально. Ладно, я не буду читать твой чат. Будешь сам читать все. Спасибо. Надеюсь, тебе хватит на это скилла. Красавчик Джек. Капитан Джек. И у вас, я красавчик, это... Да. Да. Вот за толстого я играть не буду. Ты же у нас самый толстый тролль из модераторов на ГГ. Ну ладно, убедил. Че это за псина? Давайте пропустим. Не надо, ну вот отстань. Даже можно я помню, пропустить. Я помню тут пропустить. Клёвый ролик. Я ролик был клёвый в первой части. Нельзя, я не играл в первую. Как так? Смотри, цепанул! Хукнул, пацаны! Смотри, син собаки полетели. На, лобарик. Дисбанд? Что происходит? Ну, пуш от бога происходит. Какой-то странный пуш с четырьмя пилотами. Я пропустил. Красава, я подожду. Не могу смотреть. Да клёвый же ролик. Гайка, Крик, Майя. Так, чё жить-то надо? Дайте мне ролик досмотреть. Да ну вас. В смысле, так досматривай. Все уже, во мне все настроение испортилось. Вызов жестокуса. Почему меня магазин перекинуло? Это персонажи из DLC. Сверху которые? Да. Чтобы играть за мехромантику, мне надо купить DLC? Да. Ну тогда я не буду играть за него. Я раз два. Я буду играть за вот эту женщину. Ну я за Зера опять, наверное, буду. Или кто-то хочет за Зера поиграть. Да без разницы, может быть два же. Это понятно. Ну, то есть, с какими губами? С синими губами? Я вот шизострелом хочу поиграть. Кем? Скорострелом? Шизострел. Кто-то будет играть им? Нет. Так я им играю. А, ты им играешь? А, у тебя, наверное, DLC-т нету? Или есть? Нет, DLC нет. Шизострел — это толстый валенок. Помятый апельсин. Ну, значит, я Зера буду играть. Подтвердить выбор. Подтвердить выбор. У него значок Доты на груди, поэтому нормально все. С детства за Доту. Тиран, ты слоупок. Да. Кусок. И имя у моей Майи будет Тиран. Или вы не переименовывались? Я переименовался. Эзиро. Розового цвета ставь. Подтвердите выбор. Подтвердил выбор. 3, 2, сейчас начнется!
Я на мид. Я в лес. Руку, Питеран. Я не пойду на харду, вы что, упоролись что ли? Пикурус. R2-D2 что тут делает? Веб-трайп это же. Копай! Иван Васильевич, копай! С этого ледокола. Мне, по-моему, пальцев на руках не хватает. Ой, какая. У меня рук нет! Эссенса. У меня только писюн торчит. У вас не торчит. Дырки. А почему один князь фуловый? Да у меня все. Да, у меня тоже. Читер. Да ну, что. И тут ты. Ладно. О, руки бас. Появились. А дабл джамп есть? Нет. Это есть дабл джамп. Что ты прыгаешь, обезьяна? Да посмотри, где он выглядит, как обезьяна. А где мы вообще? Баба, женщина! Которая говорит с закрытым ртом. Да, искусственный интеллект, парни. Это та самая женщина. Она не женщина, она искусственный интеллект. Эволюционирующий. Какая искусственный интеллект, рот накрывает? Ну да. А кто, как драться? С левой. С правой. У меня не работает. Слышь, Вась! В, нажми на... Быдло, что? Дай! Все, пошли, короче. Куда? Ты женщину убил! И что? Да ну... Че ты сразу в позу встал-то? Чистите и сундучки ящики. А где они? Зелененьким подсвечены. Я не вижу ни одного. А, вот вижу. Чё здесь? Ты чё сюда? А мне? Ребята, оставьте хоть чё-нибудь. Да ёб. Сосай, волка. Да подожди. Да чтоб тебя... Где хоть один ящик? О, быдло пришло. Глаз алмаз. О, пушка. Какая-то она странная. А тут есть Friendly Fire? Нет, а мы вообще на какую сложность играем? Нет, тут нет сложности. Чем больше сложность, увеличится количество народу и от уровня. Почему мы все фуловые уже, а я один как 22 хп? Ну что, коллега? Ладно. А чё закрыто-то? А, он открыл. Да ёб ты, ну опять вы... Да все делится, угомонись. Аптечки не делятся. Делятся. Как? Ну почему у фулова, а я нет? У тебя регена меньше просто, у тебя персонаж такой. Видишь, ты регенишься потихоньку. Ну вот, вот, пошли шуточки за 100. Тупой робот. Он слепой. Я читаю. И уважение. Чатик Твича и чатик Good Game, если что. Я знаю, кто первый гуфтится. Кто? У кого 45 хп? У меня немногим больше, на самом деле. У меня 45%, наверное. О, регенчик. О, привет. Так, она мне глазки строит, она прям в лицо смотрит. Я б ей по губам-то, ой-ой-ой. Я там залутал деньги, все. Не засал, познакомился. Дим, что ты свой чатик не читаешь? Я читаю, просто... Так, сейчас тут что-то будет, я помню. Все? Нет, не все. Мощно!
маловато как-то опыта дают. Нормально дают. А кто-то еще Зеро играет? Да, я играю. Кто-то еще еще будешь? А что, можно было одним и тем же играть? Да. Ну так скажи. Слышишь, я хочу контактником сыграть. Ты будешь через снайпера? Да, я снайпером буду. Или я через дробовики и криты? Не-не-не. Да вы, оказывается, уже шарите, что ли? Я да. играл. Задрот. Я играл, но очень давно, ничего не помню. Об этом я уже говорил. Ледниковая расселена. Что-то пока скучновато. Это прохождение. Ну, типа, миссия обучающая. Да, и... Воу-воу-воу, что это было? Ударил. О, музончик пошел. Во, повеселее. Нормально там заколотил просто. Так. Нам вперед, куда вы? Ты робота бросил. Ты его недолюбливаешь. Сначала тупым его назвал, теперь решил его бросить. Ну, князь вообще в него стреляет. Ему норм. Не. Это не. Качайся в хила, средняя ветка, можешь поднимать союзников. Да не, я буду продавать союзников, вы чё? Суппорт, тиран! Да сейчас, ага, женщина, Барды, суппорт. Купи. Можешь мне ещё на кухню пойти сходить? Борщи вари! Хотя я бы был не против, если кто-то принёс чай. Я вообще с этой борщи не отказался. Я по крошечке сандалил. Крамила. Ну прям перевели. Где он? Долби! Долби! Кайте, кайте! Кто там в мили пошел? Контактный бой! Ты что, нормально так задвинул бы мне? Ох, мать! Он уполз! Ой-ой-ой. О, подмога. Это а, слева, 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 слева. Так, как какие-то они шустрые, слышь. Нет патронов. Боже, что ты на меня прыгаешь? Патронов. Рукой, рукой. Как бить рукой? На В. Он меня хочет. У меня она не бьет, у меня она что-то непонятное творит. Это она так бьет рукой? Боже, что я тебе сделал? Кошмар какой. Давай, давай, давай. Вы втроем лупите в рукопашку, он бьет меня. Ну что за... Ну ты танкуешь. Уровень 2. Ништяк. Левелапчик. Пиу-пиу. Надо сравнить, что там есть. Князь, походу, сериал смотрит. Нет, все. 12-12. 11-12. Чё ты там считаешь? Урон! А я думал сантиметр. Ну, нам наверх? Нет, там нет, ты можешь там оставаться. Да отвалите вы, альфа-самцы. Что вы пристали к женщине? У тебя на дуэль. Не дам! Сказал, не дам! Заломаем ее и. Аж сверху уже запрыгнули, колоннище. Лево, а как левел вкачать? Как левел вкачать? Да, не можешь вкачать. Зарызан! Повезло. Ладно, дробай, готовимся, готовимся. А, ну кто успеет, хорошо. Все, все забрать, все забрать. А, вы типа не хотите брать, да? Че брать? Все, все забрать. Все, я уже забрал. Все еще потерять? Ну, я взял, да. Я тоже. Ага. А нет, это я так князь все забрал. Да там был один дробовик. Ну да, хоть дробовичок ты.
я ж мод. Так, я не понял. Чё ты не понял? Я ничего не понимаю. Давай, южный шлейф, погнали. Где равноправие? Дайте пушку. Зеленостящий камень, там лут. Опять ты упал. Вот эту деревеньку я помню. Джеронимо! Нет, с пистолетом херово как-то получается. Целься в голову. Где у них голова там? Спереди, ёп. На плечах. Да ёп ты! Так, мне нужна пушка. Я не хочу с этой херней бегать. Кто там, капитан Флинт? Да. Окей. Капитан Флинт, рваная жопа. Йо-хо-хо. С тылу захожу, пацаны! Да ты только с тылу и можешь. Стыльный. Чё-то нашёл, бабки нашёл. Я чё-то никого не вижу вообще. Да потому что всех убили уже. Потому что ты тыльный. Чё ты врёшь? Вот они эти. Которые с головами на плечах. Да господи, какой тупой этот пистолет. Чё ты топором больше рубишь, чем стреляешь? Так у меня же этот... У тебя контактник? Да. О! А что такое? Взять. Крыса. Чё, крыса, я только учусь. Чё он там орёт всё? Я, значит, открыл этот ящик, он утащил. А чё я подобрал? Где мой инвентарь вообще? На букву И. И? Я какой-то щит подобрал. И, ёп! Щит одевай. Но он уже одет. Ну всё, ты что-то хочешь. Чё, я хочу пушку, хочу! Ой-ой, блин, плохо, больно. Тиран, прислонись к этой. Бэээ. Тупой робот. Добивай его. Денай, денай! Можно было задунать его? Третий левел требуется. I'm Hammerlock, Deadlock. At your service. I came out here to research the fully... Что, дверь мне открой! Поднимай! Зачем? Пускай лежит, ему нормально. Годхант его поднял, они сговорились, в общем. Все куплено. Тиммеры, тиммеры. Команда! Поэтому князь выигрывает турниры. Да, тиммеры. Смотрит стрим. О, магазин. Да чего такие жирные, я вас подбежать не могу. Сколько стоит? 205, я сколько возьму, упырь. Так, что взять-то? Мне не хватает одного бакса, найди один. Я нашел один бакс. Блин, ну тут все какой-то... Мне 50 не хватает. О, ты нашел один бакс. Мне не хватает левел. Вот так. Я купил. Я не буду что покупать пока. Я даже патроны тратить не буду. Вы все делаете, короче, я буду бабки собирать. Че, идем дальше? Угу. Ему уже глаз отдать это? Надо было. Я уже отдал глаз. Давай, вставляй ему. Глаз так вставляй ему. Вот так. Глаз вставляй. На тебе не глаз. Не покупай там ничего, хорошо. Кто купил? Князь? Лошара. Все под контролем, у меня пистик теперь хороший. Пистик у него хороший. Ну ты крыса! Спалил меня! Горишь? У меня хп нет, мудин. Кто-то подгорает. Че он там бубнит-то? Согласился. Покатили слуга, говорит. Давайте, опричники. Опричники, челядь.
Так, надо тут вроде мост там поднять или что-то такое. Да вот бегут уже, стреляйте! Так, а нам сейчас не надо туда, ты О, дропчик. Что там сожрали? Надо поместить там. Оп. Пи-пи-пи-пи-пиу! Пи-пи-пи-пи-пиу! Нифига, он кидается. Вот теперь убивайте. Кого? Их. А что, раньше нельзя было? Нет, раньше квест был задание. А где квест взять? Все, я уже взял. А он всем берется? Да. Ништяк. Все, князь из главной по квестам. Ты меня бьет. А вон мудаки. Сзади. Витя. Так, все. Мы здесь всех убили. Сзади, болт в засаде. А вы чего мне не помогаете-то? Я мы стреляю. Мы свою тачку зачистили. Крысы. Вы ну басы. А че это тут валяется? А у меня полный хп. Упал. Щит один. Да, щит надо один. Надо один. Я нашел себе пистолет, который ты покупал. Ну, а автоматик дали. Так, так, меня ждите, Васи. О, автоматик. В натуре. Как его одеть? Ого! Ништячок. Где вы? Я тут. По радару смотри. Угу. Что надо делать-то? Квесты. Отправить лифт наверх. Ну, открывайте. Это я помню. Кого там напуливаешь уже? Нихера! Не, ну это не серьезно. Ты что, со снайперской там ледокол? Да. Откуда у тебя снайперская? Ну как снайперская? Это просто автомат с оптикой. Я ща в мили пойду. Бил, пошел. А чё они такие жесткие? Чё, будем его резать или так? Ну давай резать. Ладно. Чё они такие жесткие? Ну последний раз их. Вы меня не предупреждали. Собака. Чё, будем его резать? А я сейчас сам резать, не волнуйся. Дай мне его. Блядь, так... чё так жесткий, слышь? Так в натуре жесткое. Дайте я его добью. Я его доб... Блин, 3-4 хп, а где... Что-то в натуре Хант. Как-то... Ну, мы же это, с тобой. Хант! Да, чё? Ты за мной тип бежал? Я возле тебя лежал, и мне надо было резать. А, сказал бы. Первый гол. А чё, ты не видишь, что ли, куда ты смотришь? Да сказал, я сейчас сам резать. Нет, ну я вас два раза попросил, я добью, а вы как-то это... А ты не добил. Ты просто добивал бы. Ну так вы тоже стреляли. Чё, ты в этой игре стрелять не умеешь, что ли? Натыри. Так, чё, туда? Чё, делать надо? А есть, ты не видел аптечки? У меня вот чё-то херово себе хп. О, кто тут резнулся. Где? Давай враж! О, тираж тебя прокрываю. Иду. Только я гуфнуться могу. Очень даже не быстро. Страшно. Все могут гуфнуться. Почему у Ханта Диня у меня нет еще? Так. О, птичка. Что-то я не вижу никого. О! Добрый вечер. Серьезно, никого? Ну, разбить. Ах, мать твою! Кто ж? Я зачем надо писать разбить, если... Я тебе помог разбить. Стрельнул, да? Ресните. Не, стрельнул я. Он просто рядом стоял. А, ты... Ну там же было написано разбить. Ну это ты что можешь с ней сделать? Это не значит, что надо сделать. Кретин. Подстава. Все, пошли. Дайте аптечек. Хватит там из сортира таскать. Пошел нах. Воу-воу-воу. Это взрывная стихия оружия. Ну-ка. Там идут. Мало патронов. О, нормальный пистолет такой. Ну, УЗИ похоже. Нам сюда не надо, нам по квесту туда надо будет. Ладно. Ёпты!
А нафиг вы туда пошли, на выжище туда не надо. Забоченный. Ну они не знают, что-то странное они. Потому что в шутерах надо идти вперед. Какие лесы вообще? Бас. Лесы? А что такое лесы? Лоу скилл. Я в гугле. Пацаны! Князь, ты едешь на интернешнл? Я? Да. С фантом камень. Скажешь. Поднимите! Эй! Да не! Так. Ну а чё, вот мы... Всё? Чё, мы... Крысы! Ползает. Когда поднимаетесь наверх, выйди на балкончик и поднимись на крышу здания, потом спрыгни с другой балкончик. Слишком сложно, очень много букв. Что это такое? Открыть. Не взорвать? Нет, открыть. Все нормально. Пишите понятнее, полегче, чтобы тирану было понятно. Да. Как так? Там на балконе пули, вот. Сыж, быдло, вышел там, посмотрел. Да. У меня 4-й левел, надо как-то навыки качать или что-нибудь такое? Рано. Рано? Как скажешь, босс. На 5-м появляется первый навык. Приобрести щит нужно. А где? У меня первый навык будет, наверное, борщ, да? И дотол нас кинул, ну понятно. Ну пускай там один дохнет. Там, а там нет никого, нам там по квесту надо. Чё, у меня мышка пропала-то? Здесь мышка? Просто лут. А, ладно. Крыса! Да. На лифте он поднялся, типа, да? Там, походу, уже все полутали. Да. Тиран, заходи под него. Под лифт? Да. Зачем? Я не буду приобретать. Чтоб тебя разбил он нахер. Надо приобретать. Так, что здесь? КПшечки есть. Понятно. О, магазинчик какой-то. Можно продать. О, щиты, но щиты мне не надо, у меня есть. Аптечек купить? Аптечки надо покупать? Ну, если тебе не фул хп, покупай. Стини, валет. Ой, я походу нашел то место, которое тебе писали. На балкончик там, все дела. Знаешь, что тут? 4 пистолетика. Где? Ну вот, на балкончик там. Ну... Я вижу ледокола. Сойди, ептей. Да? Ну! Ну так. И где пистолетики? Чё ты чкаешься? Да не... Угадай, где 4 пистолета? У князя. Нет, ледокол самый урвал. Хороший. А, ну как? Ну один, да, забрал. Ну и хер с вами. Тут еще 2 осталось. А они беспонтовые, они белые комонки. Если зелененький взял. Слушай, револьвер-то нормальный? Украшен, ну, 27 урона. Да ну вас. Погнали! Куда? Тебе же там даже есть писали, еще что-нибудь? А ты... Там еще есть что-нибудь? Один пистолет. Там один пистолет остался. Я иду за ним. Ох. Самый херовый, я так понимаю, да? Ну да. Ну поднимайся ты, ёпты! Как это работает? Так, да вон на рычаг слева нажми ты. Я думал, тут все автоматизировано. Все, пошли сдавать квест. Короче, чему тут трёмся? Тирана еще ждать будем. Так. Погоним. Так, как туда забраться-то? Так, забей, короче. Как залезть? Такому толстому, как ты, никак. Уволень. Томми. Всё. А где пестик-то? Да там еще надо дальше забираться, да. Всё, вижу. Нам код туда по квесту или чё? Вот ромбик горит, да? Да. Да, нам надо вернуться в деревню. Ты за... Парил. Наконец-таки ты понял, что ромбик — это квест. А вы видите типов, нет? А да. Нам то не надо, нам потом, там же босс. Они по мне стреляют, в смысле не надо. Забей, забей на них. У тебя щит есть, забей. Фига с ним лута. Куда? Что это? Херня какая-то, мне не надо. Нормально, что, боролишь? Топор в лицо мне кинул. Граната! Тут где-то квест нужно взять. Идемте возвращаться туда. Ладно, сейчас вернемся. Там надо теперь на другую локацию перейти, там... Я там с кого-то квест, говорят, выбил. Вот он, видите, его чекает. Mm-hmm.
diverted any troops from New Haven to pursue us, and a sandstorm has devoured their nearest frontier town. Пацаны! Как умер? Никак еще не умер, я жив. Снимите черные повязки. А как сравнивать шмотки? А водишь на них, а там стрелочки. Ты куда пошел? Нам не туда же совсем. Так, подождите, я сейчас квест изменю. На этот нафиг не нужен, нам вот этот нужен. Че, дополнительно не будем делать? Аудиодневник, модификация. Получен. Что получен? Да что происходит? Как это работает? Зачем ты на лучшую услугу переключил? Доп квеста, доп там... левел, доп экспа. Вот чё? Это как раз доп экспа. Че, пошли? Пистолет заменить? Я заменил. Я вижу ледокола только и... князи. Ну, тиран там где-то за спиной плетется. Прикрываю львиную жопу. Какой-то страшный. Бам-бам! Чё за щит? Бу-бу. Бу-бу. Южный шлейф. Мы переходим или что? А, не. Да, да. Не-не, я вижу кого-то... Пешком идем. Вы крысы? Вы крысы, подождите. Вы меня бросили. Баксы. Один бакс. Патроны купи. Надо было патроны купить, наверное. А, пофиг. За перебросом будут. О. Что-то у меня лицо. Что с лицом? Что с лицом? Помрали. Ага, тут аптеку стрелял, кажется. Слушай, они такие нормальные типы, я скажу. Фига, перекатываются. А, ребят, патроны. Ага, в рукопашечку есть. На пестик есть. Кто-нибудь еще видит? Кто все аптечки ворует? Что за крыса? Щиточек. Отчепенцу лицо! Что не понял, я пистолетами как-то кидался. Раскидываешься пистолетами. Сран, у тебя типа ща патрон вообще нет. Или есть? Пестик есть. Понятно. А много патрон? 160. Сейчас просто два баса будут и... Баса. Баса, да. Баса. Да ёб ты, чё он ими кидается-то? Они что, одноразовые, что ли? Кто кидается? Бум! Ты чё пистолет выкидываешь? Да я хер его знаю, тут сам это делает. Тупая женщина. Все, обойма кончилась, выкинула. Типичная баба. На, ёб... Гори, мужики! Гори. Я это... Я добью сверху. Я не добью сверху. Я не... Понятно. Я сейчас горю. Я сгорел. Похильте меня кто-нибудь. Ледокол. Давай. Забей на Ханта. Да твою мать, женщина, прекрати это делать. Подними. Поднимай, брат. Спасибо. Жопу меня спалили. Где ты, гнида? Я тебя сейчас найду. Отойди! Да стреля... О! Да! Я с психом на руках прям. Все вроде. Сектор чист. Ну, сектор чист на барабане? Да. Мне деньги. Так. А тут деньги вообще можно? А тут... Погодите, погодите. Тут большой ящик наверху. Я до него не допрыгнул. Я тоже. А там да. О, да, детка. Я, кажется, сорвал куш. Что там сорвал, крыса? Иди сюда, тыловой. Тут щиты были. Ты что, все забрал? Да. Говно. Надо было вам оставлять? Зачем тебе? Твою мать! Тимплей 228. Ох, я жив, я жив. Меня поднимают. Сейчас. А меня, пожалуйста, кто-нибудь.
капитан. О, у меня чиф. Ты же босс будет, да? ХП что-то мы не готовы к боссу. Да, все нормально. Кто-то сзади орёт. Мне показалось. Да, щит регенит ХП вроде. У меня нихера ничего не регенит. У меня щит ХП не регенит. Да я еще новый не одел, дайте гляну. Все, сейчас бум и бэм. Бум и бэм. Да, сейчас два бомжа будут, которые начнут крошить. Light the fuses, bitches! Bitches! Суки. Пим и его брат бэм. Пиба и боба, два до ам. Ой-ой-ой. Так, как это одеть? Блин, да без снайперки здесь плохо. Без патронов здесь плохо. Патронов мне хватает. Стреляйте по его вот этой железной пушечке. Пушечки. Меня все, меня покончили нахер. Ханг пострелял. А что ты там делал? Стрелял. Я шел воевать. Ты не в упор же. Ёшки, матрешки. Я все внимание. Давай ты гуфаешься, а я у тебя патроны заберу. Не. Тут так нельзя. Лови писик! Воу-воу-воу-воу, спасайся, ран твой лайф. Вы не поймете, а? Да как тебя поднимем? Как мы тебя поднимем? Не, он умер. Все, меня расщепило нахер на атомы. Да господи! Все, атомы собрались в кучу, и я жив. Где вы? Чего там стреляешь? Что это у тебя за пиу-пиу-пиу-пиу? Плата $45, ни хрена себе. Вон, так, вон. Братюня его вышел. Лови! Блин, что братюня? За текстуры глупые, я не могу даже перейти. А! Тихо, тут что-то происходит. А тут есть патроны где-нибудь? О, ящик. Че тут? Ой. Ой. О, патроны. Я тебе, по-моему, случился курьез. Нормально залетает там, если. Да пол, ты где? Меня отбросил взрывом. Какой-то он жирный, слышь. А! Меня гранатами закидывает. Есть, чё я вообще не пробиваю? Я не пишу, что ему урон. А вот, первый раз урон нанес. Да. Ребят, ну я почти без патрон уже. Я дам тебе патрон, только резни меня. Меня не купишь! Ну вот, я рядом с тобой, ну. Пи-пи-пи! Вот, я ползу, вот я к тебе в лицо. Да, в лицо он мне. In your face. Патроны тебе не дам. Сука, стой, падла. У меня самого 7 осталось, если ты меня хочешь. Бэм, умер, нет? Я его добью. Пожалуйста. На! Спасибо. Минус на парыч, мужики. Все, можно вкачать все спылы. Подождите вкачивать, тут народ пушит. Так, а я сейчас вкачаю в рукопашечку его. Как продать этот пистолет? Он каждый раз, когда перезаряжается, он меня взрывает. Сука, я его прокачал. Где он? Покажите мне его. Здесь оружие самое. Давай. Смотрите, видите? Где, кто? Все, и... Тиран, все, забирать, как всегда, да? Крыса. Ты, видимо, в MMORPG не играл. Нет, играл. Сначала лутай, потом думай. Да. Мы таких. Я думал, мы команда. Команда. Все, в пати лутовали быстрее всех. И не отдавали потом шматы. Называли ниндзя-лутерами. И гнобили потом всем сербом. Давайте гнобить тирана. Так, вкачивай скиллы. Как вкачать скилл? На... 15? Блин, не знаю, короче. Да ё... Да что ты знаешь еще? Что? Это или это? Тиран, ты меня. Так, чё, как там качать-то там? Чё-то... Критический урон в ближнем бою. Если враг сначала находится... ты качаешь первый спел, там... Чё я бахну? Тут типа три ветки, да? И в какую ветку идти? Так какая тебе не можешь. Сначала в первую вкачай и всё, давай, а, не просто? Это... А все понял. А как им пользоваться? На F. F. Ну ща я тебе расскажу. Я он, по-моему, шарик поднимает. Да? Или нет? Да. Че они реально жирные? Они или очень жирные. Или у нас пушки плохие? Жесть.
Да ему похер на этот шарик. А как с этого говна слезть? А. На, лопарика. Чё пацаны ему? Ушатали. Борьба за жизнь. Ну уж, люди. Животные. Блин, они жестко ушатываются. А чё у него по 8 дэмэджа? Ты его бил рядом. Он с дробашом, а ты его бьёшь. А как гранату кидать? Г. 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 Г я кидаю. Г. Мужики. Г летит. Я его сейчас забью. Иди сюда. Мужики, Г! Г! Где? Г, значит, граната. Вот она. Пошли. Пестик валяется. А чё такое? Ой, это точно надо. Да ёпточки. Дайте патрон. Ребята, какие патроны? Стреляй, сука, как никогда не стрелял. Вот. Во-во-во, кто это делает? Кто это делает? Кто это делает? Что творит? Ран, я тебе задоначу, если дашь мне его добить, пожалуйста. Кого? Вот. Не верь ему. Все, донать. Я тебе задоначу. Sorry. Пацаны, включите Friendly Fire. Нету здесь Friendly Fire. Херня игра. Ну смотри, вот подходишь к тирану, допустим, иди сюда. Не-не-не-не-не-не, отстань от женщины. Я... В туалете пушечки, кто в туалете? Тиран, продажен. Я все забираю. Не, не все забираю. Блин. Я что-то забрал. Че, пошли? Нам же дальше, да? Да, вон Руми говорит. А наверх тут вот. Хотите? Тут можно наверх забраться. Или нельзя? Во. Ну, ящик. Все, погнали, слоупоки. Да подождите, у меня тут дохера всего. Парящий дракон. Сейчас Годхан побежит вперед всех и отдастся. Раки летают. А да, вот их, кстати, можно сшибать. Одень ты, ебты. Ну, в них трудно попасть. Фу, вот это у меня... Ну, можно. Пуковка. Че там за хрюшки? Раки это. Тираны маленькие. Птички. Так, мне говорят, у меня последний пистолет самый сильный. А он, да, он огнем лупит. Ну-ка. Сейчас попробуем. Что нам сделать? Собрать все. Это понятно. Потом. Ой. Так, а там за железя. Вода, вода, тут! Ползи! Будем его спасать? Не, он поджег нас. Я... Ну все, крыса, фу. Не волнуйся, тиран, все хорошо. Вот так вот. Шире рода. Давайте контроль. Ой, а че я в воде тону? Какого? Какого ты в воде тонешь? Почему люди в воде тонут? Да, походу. Блин, автоматик вы какой-нибудь помощнее. Подожди. Кого подожечь? Кто тут говорит, подожди? Поглощение боеприпасов 2 раза больше этого автомата. Угу. Я в рукопашечку. Ну-ка, давайте попробуем. Все, я всех перерубил. Кстати, если в пати играть, по-моему, прокачка быстрее идет. Где? Кто есть еще? Покажи. Видишь, что они творят? Они прям толпой бегут. Новый уровень. Еее! Тиран не апнул, но бас. Кого? Новый уровень, ты 1/5. Ну он саппорт ему, нормально. Саппорт, да. Иди варди поставь. Напуливает, неплохо напуливает. Что, нет, нормально вампят? Жи! Г! 2 Г! Где Г? Он видит. Он Энигма, он блэкхолы ставит. Мини-блэкхольчики. По одному. Ой, больно! Мощно. Ой, там что-то выпало. Блин, когда как пушки будут с регенерацией патронов? Да ёперный! Нужен кому-нибудь дробовик? Мне нужен. Вон он. Вот, я, видишь, бегаю. Да. Не могу. Ладно, я в рукопашку пошел. Да ёл.
Black Hole. Я его добью. Спасибо. Ледокол. Почему у меня... Кто там? Ребята. Keep shooting your saga. Пацаны! О! Самый момент, когда у тебя закончились патроны. О, здесь пушки. Не, это щиты. Ползи, а, ползи, Витя. Так, надо что-то выкинуть, ползи, чтобы взять. Сука, как никогда не полз. Ледокол, забирай, ничего им не достанет. Не, мне этот не нужен. Вместе автоматики какие-нибудь нормальные. Выбросить. Это вот говно выбросить. Там дробовик еще остался. Где? Надо. Да все, уже ты пробивал. Вот так вот резай, Витю. Да? Я еще не взял револьвер. Все, у меня карабинчик есть. Кстати, Тиран, ты шестой апнул, ты вкачался чего-нибудь? Да нет, еще, вам жизнь надо жопы спасать, когда мне качать что-то. Мне инвертарь забит, когда где продаться можно? Ты что орешь? Потому что у меня паника. Потратить жетон. Качать. Какую ветку жетон качать? Ты что хочешь, то и качай. Вы жетоны тратите или у вас нету? Да, я потратил. Гармония. Мне что ты потратил? Катаклизм. Я меткость себе вкачал, у меня больше, ну, лучше ничего не было. Максимум здоровья, скорострельный шанс. Скорость мины, оружие, быстрые руки. Если хочешь дамажить, то бери третью ветку, она типа стихийная. Вторая — это хил саппорт, первая — мобильность или и выживаемость. У вас лицух? Да, Steam версия. Так, хил саппорт или в дамаг? У нас танк есть? Конечно же дама... О, нет, саппорт. Слышь, я не первый раз, не первый день в играх. А то за кого начать бери ЦМ-ку, идите нахер. Чего он выбрасывает мне оружие постоянно? Повышает вероятность нанести. Ребята, меня сломали, но я сейчас пробую сам. Увеличивает емкость магазина. А ледокол тебе не даст их бить. Он команда. Стой. Ага. Спасибо, тогда подними. А, вы там уже меситесь? Да, мои фразы. Нет, нет, нет. Все нормально. Ой. Кто же спасет Витю, кроме как я? Кроме как я, ледокол. О, рыбка. Должен будешь. Окей, бро, обязательно тебя спасу. Сральник. Сральники что? Сральники ничего. Тут где-то... Мы будем распродаваться? Где магазин тут? Да, магаз. Еще магаз, а, дальше. Магаз был наверху, там вон, видишь, корабль, короче. Ёпты. Да. Хотя добрый тут день, еще Витя должен быть. Вон, медицинский магаз есть, там тоже можно продать. Кратби создал голосование, а я уже качнул. У нас демократия. Никто ничего продать не хочет. Че, барыга? Да. Что-то мне все плохо, ребят. Да кто меня бьет-то? Ты ж ты быдло. Гэ! Борьба за жизнь, мужики! Так, а мы продаем. Добил. Давайте, заходим, заходим. Кто, где? Пропадать-то особо нечего. Гори в аду. Угу. Я его добью, пожалуйста. Не, ну вы чё? А этот Black Hole дамажит вообще? Я его добью, добью, друзья. Спасибо. Black Hole в одного, ну бас. О, тут этот чемодан. Понятно. Ой-ой-ой, выдавай! Крыс! Как же так-то? Спасибо. Просто разобрали, он даже поедет. Не, я сейчас выброшу что-нибудь. А, так ты все забрал. Да. Командный игрок. Забирайте. Мне это ничего не нужно. Не. Что это? То, что там было. У меня нет, у меня слотов нету. Так, ты чё не продал? Всё. Да потому что мы с Витей отбивались, пока вы там, да. Ну так надо было продать сначала, потом. Хера себе дробь летит. А чё такое? А, то есть теперь, когда мы деремся... Всё. Блядь, вон там наверху стоят. На гранат.
Ребята, у меня тут война. А где патрон купить вообще можно? Не здесь. Так кто напуливает-то? Ой-ой-ой, сверху. Я сверху, справа, сверху. Кончились боеприпасы, мужики. Что делать? Вручную. А тут еще 4 патрона. Пистолет одевай. Тупой пистолет, у него 6 патронов в обойме. А стрелять, ну вообще по 3. Видите гранату, ублюдки. Я справился сам. Но у меня небольшие проблемы. 13 урона, нет, спасибо. Ох. Вы уже наверху? Я в инвизи прошел. Где телефон звонит? Какой телефон? Ледокол! Вот это я на скеле просто отрегенился. А что, там есть что-нибудь наверху? Ребят. Да, там вроде ничего не было. Ну нам сюда или дальше? Телефон звонил. А вы где? Я лутаюсь. Да, а вижу, вот он, тиран, я вижу. Ничего не было, все уже полупнуло. Ну не знаю, я нашел сундук. Ой, красный, есть, 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 смотри. Ребята. Тут много пистолетиков. Ребята, сверху. Кому еще не надо? Да. Как хотите. Вы как-то без меня воюете? Да ёб ты! Хан, иди ко мне. Пытаюсь. Не могу тут забраться. Тут много хорошего. Я пытаюсь проход наверх найти. Ребят, я сейчас. Ранг, а ты умираешь, тебя забирают деньги. Ну, ребят, я гупню сейчас. Но я не полез. Да ну вас жопа. Продажные. Сам справился, видишь? Ну еще блин, бы. Блин, я застрял. Больше рассчитывать не на кого. Как пройти наверх? Скажите. А забирают, кажется, 10%, да, от сумм, ну вот, наличных. Знаю. Но если тебя если ты поднимаешься или тебя поднять, то ничего не забирают. Ой, забрался. Кто меня там звал? Надо в доте так же сделать. Типа валяет, отстреливается. Граната, граната, граната! Где? Ага. Меня раздражает этот робот. Да, гранат мне точно не дамажит. Патронов вообще нет. Да, по нулям. Да, с патронами беда. Не, у меня еще есть сотка на пистолете. У меня в карабине. О, 63 патрона в карабине, отлично. Да, у меня тоже откуда-то есть. Ну, прикольный пистолет. Ой. Ну, я типа нашел сундук с 4 пистолетами. Вы забили, я все забрал. Мы не забили. Мы отбивались. Ну, Хан забил. Хан забил. Хан футболист. Эй, подвинься, я тоже в туалет хочу. Все, нет, там занят. Ладно, блин. О, видишь? Так, слева двое. Я пошел за ними. Инслан? Спылом почаще пользоваться. Достижение получено. Борьба за жизнь. Пацаны, I need little help. Очень умираю. Очень? Очень.
А! Вот тоже проблема. Сожжение получит рейтинг безбашенности. Умри же. Ну нахера добил? Кого поднять? Я бы и сам. Ледокола. Шо вы такие все валяетесь-то? А где ты наверху, а кто попал вообще? Бас. Ну типа мы там были наверху. Я не знаю, где он там бухается. Он нормально, он наваливает. Добил? Добил. Видимо, нет. Ой. Что это за молния? А! Мужики! Спасай, братюнь, спасай! Не успел. Вот у мега был, а? Никто не спрыгнет за мной? А где ты? Внизу лежу на какой-то херне. Вас поднимают. Я падаю вниз, падаю вниз. Хорош. Нормально. Привет, как дела? Да нормально, ребят, у нас тут мясо. На чате очень тяжело отвлекаться, на самом деле. Щемит просто жестко. Да. Не знаю, где ледокол? Он... Я гуфнулся, я... А, ты бежишь по новой? Да. Погоню сейчас. Так, ладно, я, короче, вас подожду. А я могу быть снайпером? Поднять нет. Железяку надо. Тиран, смотри, иди за мной, иди за мной. Иди ты в пень, я тебя больше не буду слушать. Как хочешь, Хант, иди сюда, тут три щитка лежит. Ща-ща-ща, я пытаюсь наверх подняться, просто меня... Рану тебе надо. А как ты мне ты сначала убей всех, потом подбирайся. Куда ты собрался? Торопишься? Ты в соло пошел убивать толпу? Я вас сказал, буду ждать. Я не знаю, как наверх просто подняться. А, во, все вижу. Нормальный пестик, меня уже второй раз жизнь спасает. Давай, по пердаку. По пердаку? Да. Он там жопу отклянчил. Что это за французский? Ой-ой. А! А есть какие-нибудь гранаты? Просто такой жесткий в милитон. Ага. Сральник, занято. Так что, пойдет кто-то защитит камень, не надо? Да-да-да, я иду. Где он? Вижу князя. Не вижу шмиш-мяш-мяш. О, я два пестика поднял. Я вроде не знаю, ну типа нормально или нет, но продаж есть. А за кем надо уйти-то? Да, вон, заходи, вон они лежат. Они, может, и говно, но продаж. Нормально. 125. Пойдет. А у меня сколько? У меня 150. Что нам надо делать-то? Поднять железяку. Ух ты, я пистолетами бросаюсь. А, ну да. Ну да. Скажите рано, что с колом он может доставать врагов из укрытия. Ага, понял. У тебя отличный попец. Привет, Тей. Тея, привет! Так, а что за пестик там? 23, а этот... 23. Ох, патроны, наконец-то. Посмотрите, я уже забыл, когда него. Стрелять. Мы все наверху. Меткость, слушай. Жопа в огне. Ты где? Да я на бочку залез. Патрон больше. Тиран, у нас тут сейчас будет босс, а ты вот... Да потому что давайте делать перерывы, там, чекать инвентарь, переодеваться, продаваться. Друзья, давайте. Да вам пофиг. Как пофиг? Ты хочешь сказать, нам на тебя все равно? Хочешь сказать, ты нам безразличен? Так. Это не так. Товар, хочешь нас обидеть? Говно. Так, патроны. А какие мне нужны патроны? Я хрен узнаю. Понятно. Да все бери. Да, они купятся только те, которые не нужны вам. Че, мы идем, нет? Я пошел. Да, я так, тоже пошел. Гранаты тоже взяли. А, это я помню, это же жара сейчас будет. Да, сейчас жопа гореть будет. А что здесь? А видишь? Я же продавал. Конек. Ну вот, видите? А, это этот. Как его?
Да, да, да. Этот самый, да, да. Там тот самый. Горит, детка, тот горит. Сам, да. Burn, baby. Так. Где он? Пусть они там стреляются, а я здесь вас отсюда постреляю. Ой, что ты глубоко зашел уже? Короче. Горю! Сгорел! Твою мать! Я не туда встал. Хера себе. Я предупреждал насчет жопы. Ребята. Мужики, что с жопой? Горит. Куда ты ползешь? Нет бы ты на меня полз, ты ползешь прямо. Да подожди, тут что-то мясо какое-то. Все, меня же щипило. А, ну. Полз бы на меня, я бы тебя спас. Ой-ой-ой, большой страшный. Мне хочет. Мне хочет. Мама! Он взрывается, да? Нет. Господи, как его убивать-то? Где? Вижу. Ого, там что-то жара какая-то происходит, я смотрю. Попади. Есть. Порошок, уходи. Я сваливаю. Рядом. С спины зашел. Сейчас буду голову отрезать. Что-то он толстый. Лезьте рано. Работает, ёпты. Слышишь? Поднимите. Ну, чё ему дэмэдж не нашу? Чё он такой жёсткий? О, ща наношу. Три? Я походу недолго поднялся. Ты ж ёб. Ты чё тут с огненной дубиной на меня бежишь? Вау. Да охереть. Зараза. Ребят, надо о, поднять. Я пистолетами в него кидаться буду. 255 дамага. Геран! А, это свои. Я ж у тебя постреливать начал. Сейчас я его подниму. Напуливай. Напуливай, как никогда не напуливал. Пуляю. Сейчас подниму, чем гранаты под жопу положу. Окей. Сейчас уже секунды через 4. 9 хп, помогите кто-то. Поднял. Тут чуть-чуть осталось, давайте. Писечка. У меня же гранаты есть. Ой, тира. Все, я пошел. Пошел отрезать, могу. Я тоже. Все, отрезал. Почти, отрезал. Что-то изи. Ой. Что-то подобрал. Я. Бандита подобрал. А. Ну, нам надо еще дальше постреляться, ребят. Как бы. На этом не все вроде. Да? Да. Ой, 16 хп. А, он нормально так жарит, кстати, пистолетик. Ой, сейчас же машинки будут. Вообще. Машинки еще знакомые. День! День. Я разрывал ледоков. Нахер. Не, мы не день. Потому что ледоков день. Я сейчас тоже динькнусь. Да, ДПС. Я вылетел за борт, мужики! Сау. Покинул корабль! Что делать? Крыса. Все, капитан. А не, вы сейчас пойдете, там будет перемещение, меня тоже перекинет. Ага, типа ты понял. Халявщик. Сейчас он будет стоять там. Да кто, ёп! Что я могу поделать? Ну а что ты так спрыгнул? Я умирать не хочу. Тиран. А. Сейчас с тобой, ну. То ли мне кажется, то ли автомат у меня начал сильнее долбить. Вот ледокол обо мне заботится, ты нет. Да пошел ты меня уже трижды обманул. Швыкей латентный. Противник. Ой, вот это должно открыться. Почему оно не открывается? Потому что капитан за бортом. Капитан. Я бегу. Ну, мужики, шлепку на воду мне. Так, левел. Не, все, level. Мы можем без капитана нормально жить. А что, не один шестой бомж? А, нет, еще хан. Смотрите, тут, ой, много оружия. Да ёпты, давай сюда! Че там по оружию, Вася? А все, ты уже... Забрать, да? Все, забрать, все, продать. О, таинственный уволень. Короче. Я ну, что ты встал, быдло?
Кто быдло? Ты быдло. Сам быдло. Корабль. А, это все, это конец локации. Нет? Все, сейчас машинки будут. Машинки. Рон-дон-дон. Чур я за рулем. Ой, давай, я буду считать попытки, сколько ты раз будешь перелетать, да. Изи! Это давай, я помню. Давай. Жетоны прокачай, какие жетоны? А, у меня еще жетоны есть. Смотрите, вот сюда и где хант. Вот, вот так, там. Жетоны. Я тут. Угу. У меня... Мне очень далеко к вам подниматься, так понимаю. Что ты боишься-то, я подстреляю. Как к вам подняться? Ох, мать, и что тут качать-то? О, новый уровень. Ребят, вы прикалываетесь? Это реально надо качать все? Слышь, тиран, давай. Хант, тиран. Да. Да что, ёптыть! Нам надо идти дальше. Подождите, у меня надо жетоны качнуть. Сучара, да, это тиран? А, в жопу. Молодец. Погнали. Ты уже устал за бортом быть. Ни хера не дают сделать. Ни качнуть, ни жетон потратить. Сосай, мы же продаться, ничего. Сейчас, сейчас тебе дадут машину, сейчас ты будешь через мост перелетать. Раза с пятого перелетишь. Асом. Тиран опять стал. Да идите тиран в жопу. Априори слабый. Когда вы хоть прокачиваться успеваете, я не понимаю. В смысле? Так ты зашел, нажал кнопочку и все, и дальше пошел. Ну как бы мне пришлось 4 кнопки жмакать. Как 4? Какие 4? 4 жетона у меня было. Чтобы цель стояла, это надо, чтобы тиран подымал. Тогда будет... Ну, проблема. Ну, будут по КД поднимать. А где эти машинки? Машинки сейчас будут. Скоро. Прямо сейчас их не дадут. Ну, там надо что-то промазал найти. Промазал! Ого! Нормально парень выдал. Слушайте, а он плотненький. Ребят, он реально плотненький. Ни хера он, слышь, он нормальный такой типки. Да. Еще подниму. Погнали. О, шмоточки. Да вы крысы. Еще шмоточки. Крысы. О, там, да. О, там сейчас закупиться можно. Или продаться. Ты если продайся. Промазал скиллом... А, вот продайся. Они, машинки. Так, я продаваться. Его продажные. Так. Давайте посмотрим, может, кому нужен мой пистолет там или еще что-нибудь. У меня, типа, есть пестик, долбит огнем, 23 урона. Надо кому? Засунь себе этот пестик. А у вас какие? Но у меня есть пестик, который 200 урона нажимает, когда я его перезаряжаю. 200 понял, урона наносит. Понял, понял, все, понял. Да, у меня 41. Все, я его выбрасываю. Ребят, я все понял. Да, вот. Не хотите, не надо. Я больше не предложу. Так, все, патронами затарился, отлично. Так, там надо это... Да, надо зачистить. Ой, я уже сундук большой вижу. Издалека. Надо побочечки, побочечки. Да ёптыч, кто это долбит? Чё-то у меня это... Мне поплохело. Жопа горела. Блин, это же кочевник! Мне бы автомат какой-нибудь пожестче. Автомат. Я не понял, тут садится на С, что ли? Да. Бред. Я себе поменял. На контур лежишь. Ребят, вы в следующий раз пушки найдете, мне хоть одну оставьте, а то я бегаю с этой херней. Ты ж саппорт. О боже. Парня разорвало. Уберите, женщина отвлекает. Ай, промазал. Кто может дам
много всего, пожалуйста. Тиран, а, вот, да, да, целый, да, рассказывай. Смотри, смотри. Рассказывай. Тиран, у тебя есть время, пожалуйста. Рассказывай в сказке. Введённый уже. Как ты себя чувствуешь тут, князь? Благодарю. Нормально все? Отлично. Я все понял. Я все забрал из ящика. Что-то есть? Нет? Ну я щит себе взял. Мне бы оружие не помешало. Вот оружие мне бы тоже не помешало. 193. Все понял. Нужен щит 154 кому-нибудь? У меня 193 есть. Ну это только что подобрал, может там у Годханда. Сколько у тебя? 213. У меня два щита есть, 123. То есть я тут один бомб, 148, да? Да. Что дальше? Там. А, нам надо добыть транспорт назад. Так, я на машинке буду. Давай, давай. Ну, давай ты. А там бла-бла-бла-бла-бла, давай, давай. Без меня не уезжайте. Я за рулем. У меня будет... Я за рулем. Машинка. Я за рулем. Да твою мать, прыгай! Погнали. Удерживай Е, заберешь сразу все, что... Ага, понял, спасибо. Куда? О, я с князем, нормально. Эй, это что? Я думал, ты нормальный чувак. Так это... Витя, садись, погнали. Аккуратней! Лол, всегда скорости хватало, а тут не хватило. Ааа, пью! А, ну вот, ищи, им тоже не хватило. Все нормально. Как бомб просто свалился. Не позорь нас. А как? Тут, тут же есть... Мышкой, этот... мышкой управляй. Мышкой, да, здесь поворачиваешь. Не-не, тут типа был shift. Таксисты с Петербургом! Давай пострелим их. О! Е-е, нормально, погнали. Что ты делаешь? Еду! Ехай! Ехай на. Я куплю себе змею. А мы типа не будем что ли никого убивать, не так? Да, вы бы остановились, там уже опыт дают. Да? Там дофига кого. 17 опыта, правда, чуть маловато. Потому что в машине. Машину убиваю. Та-та-та-та-та-та-та. Ты куда ты едешь? Я убиваю. Остановись! Ой-ой-ой. Да заметьте, поехали, здесь топ. Нам вся машину раскирачивает, слышишь? Давай, долби, Витя, долби! Долблю! Раздолбил. И он сливо улетел. Можем на базу. Изи. Все? Ледокол, развернись. Погнали, погнали, поехали. Поехали, поехали, тиран. За ними. За кем? Назад? Прямо, прямо, куда ты едешь? Так вон мне. А, не тут? Ну типа мы их реально будем всех убивать? Спать, ну нет, так спать. Все, поехали. Быдло! Давай, обгоняй его. Водить научись! А чё ты ракетомет не поставил? Ракетомет не поставил. Знаешь, что можно на F нажать? У меня сейчас глаза выпадут нахер. Что ты делаешь, а? Лалка. Случайно. Так, там кто-то есть. Да, был. А нам кто надо? Вперед просто? Ну за ними. Так скажешь, Кэп. Дорогу покажи, все нормально будет. Да, езжай прям. Приехали! Стой, не приехали. Там вон там, вот, видишь? Справа. Хорош. На какую кнопку ускорения на машине? На F, жеш. F. Переворачивай его. Переворачивай. Не получилось, да? Слабак. Да. Ну откройте дверь-то.
Так какую открой дверь, ты хоть задание получил. Что делать нам? Нам в другую сторону ехать. Стой. А ты Капрала Райс. Жгучий кактус, аккуратней. Ёб ты. Нахер я его не нажал? Ну ты... Так, а нам... Не, нам не сюда. Да что это за спаривание такое? А, мы их убивать будем, хорошо. Доехать! Ладно, поехали в задание. Поехали в задание, тут цену тьма. В натуре много. Да поехали! Куда? Вон за ними. А как они туда проехали? На машине. Вам ты еще не туда. Хотя хер знает. Ребята! Пацаны, вернитесь, потому что этот... Ач потерялся. У тебя профессиональный водитель. Да. Так, все, я забрал вроде. Кто в машине тогда? Жгучий кактус, надо убить. Да не, его не убить. А вот и мы! Да, не прошло и года. Найс! Что делать надо? Поехали на задание. О, тут что-то лежит, пушка какая-то. А, вы живы? Я думал, ну ладно. Что за пушка? У меня вообще ничего нет. Я посмотрю. Воу-воу, ты вовремя вылез. Что, нормально? Давай, мужики, я потанкую. Давай! Давай, я вот так вот, давай, прижал. Машина назад подгорает. По-моему, это нехорошо. Вы запарили, я в него попасть не могу, его пинать туда-сюда. Футбол играет. Тут два пистика выпало, два пистика, хорошо, тиран, ты его спугнул. Спасибо, я все забрал. Пошли. Так, стоп, у меня пустой слот есть. А я... Нечего туда вставить. Так, а нам куда? Стой! Подойди. Вон еще товарищ. Зараза. Блин, поставь гранатомет в следующий раз. Да дайте, я не могу этот же. А захват стрелять. Я захват через захват цели стрелять. Хорош, держи, сейчас автонаводящий. Автонаводящий. Да, КП, уходи! Лопасы. Пацаны, я на пит-стоп. Так, ну не, я... Не двигай машину. О, видел? Вот так еще можно стрелять. Понял. А! Ну это нечестно. Ладно, я на задание пошел. Я машину поохраняю от этих двух. Тогда на место водителя сядь. Так Икс же, да, по-моему? Дресните! Я сам. Там только Хант. И он-то кинул. Рандон-дон. Что делать? Ко мне идти. У меня тут это веселье. Веселье? Зулерное. Праздник к нам приходит? Всегда Кока-Кола. Ты Кока-Кола, где вы там, алло? Ведь я на новый мир машину нашел. Слышь? Вить, погнали, Вить. Слышь? Это война, ты куда погнали? А да чё, куда я не проеду? Нельзя тут проехать. Я проеду. Понятно, нет, у нас больше машины. Ща. Нельзя здесь на машине. Ребят, да она почти протиснулась. Ты... Я сейчас тебя взорву, нахер. Слэш! Знаете, вы хорош там своей машиной. Тут сейчас, же... я на ускорении сейчас. На, на ускорение по-любому пройдет. 100%, погнали. Да твою. А, ладно. Князя похоронили. Поднимаете? Да, поднимаем. Что у меня с компьютером?
Так я там что-то подобрал. Что-то прикольное. 18x5. Одеть. А что такое? Это дробаш. Я так затарахтел, ты что, наркоман? Это что это? Безбашенный псих. О, какой он большой. Я не с ним, пацаны, забирайте его. Вы, что у вас там? Я вот Ханта продал. Не, меня пока не продал. Ладно. Топор, ёпта! Что с тобой? Что с лицом? Что с лицом? Лицом беда. Лайфхол. Да я не про вас, меня тут на компьютер. Ты не хочешь тебя поднять? А ты где? Сзади? Вот лежу. Из него прям. Или дай добить. Добью. Да господи, убейте эту хрень. Да, не с этой херни. А где князь? Я машине вожу. У меня патроны кончились во всем вообще. Didn't think I rated that much of a rescue. One of those psychos ran off with the power core. Without it, sanctuary will be defenseless. Я прав, Райс. Ого. Мать тебе, господи. Бить, а, ты живёт. В лицо стреляешь. Нам надо добыть энергоблок. Есть, энергоблок. Мяш-мяш. А, так нам еще здесь задание. Куда мы сели-то? Пойдем туда. Куда? Может, ты здесь подождешь тачку? Да вы наркоманы! Я вот тирану не доверяю. Так, ручей. Не ты один. Я тут один себе доверяю. Не, ты тоже думаешь, сомневаешься все. Я уже пытался угнать нашу тачку. Свою разбил. Не лезь в мою тачку, чувак. Где моя тачка, чувак? Ой, сейчас я новую помню, возьмем. Здесь была война. Так, по укрытиям. Троны быстро очень кончились. Да ёшки-матрёшки. Эмма кончился. Не знаю, мне больше нравится с пестик стрелять. Мужики, у меня проблемы. Ты же за девушку играешь, слабенькая. Винтовку держать в руках тяжело. Не мужик ты, тиран, не мужик. Да. В этом... всё. Да умрите. Пацаны? Бросаю гранату. Дайте добить. Так. Ох ты ж, с руки. Больно. Как я? Что происходит? Я только слышу крики тут в тубую. Да... Что-то их много. Методично отстреливаемся. Ай! Мужики! Don't worry, I'm be fine. Okay.
Так он мансует, а? Да, мансит он нормально, кстати. Кто? Да вот бежит, безумный мародер. Это, парни, парни. Что, бегу, бро. Oh, damn it! Fuck! Fucking fuck! Блин, так мансит жестко. Так... Ну, перекатывается, поп... Хрен попадешь. Борис, хрен попадешь. Я по 8 патронов постоянно в обойме. К машине одно место. Ага. Понял, я тебя понял, князь. Так. Да? Да. Я думаю, мы сработаемся, князь, мы друг друга понимаем. Кто-то ж пешком будет бежать. Ну а мы пока экспы набьем. Так экспа нам тоже дает. Какого хера мы туда? Ну бас. Ведь. Да. У меня little problem. Все, отлично. Сейчас у меня будет little problem. Он со спины! Все живо. Валим отсюда. Больше что делать нечего. Со спины долбит. Ведь, да уходи. О, давай, я себя тоже. Мы сделали квест. Ты че, опыт? Как скажешь. Ну, типа... Ждем вас. Где вы? Ну, они уже там у машины. Мудаки типа и бегут. Не, ну типа если вы можете сейчас просто забить и мы в другую локацию. Витя не может забить. Витя хомяк. Это хомячий. А тут лут еще не пособирали, в смысле забить? Че, прикалываете? Так сейчас о, ты так. Пособираешь лут, сейчас же это новая локация, это убежище. Я еду за кем-нибудь из вас, у меня одно место вот свободное. Вот тут большой сундучок, нормально так. Где упыри всякие? Я вижу, что они есть. Где-то наверху, походу. Или внизу. Вы где? Так. Все, можем переходить. Все? Да. Все, сейчас нажму. Угу, ты мою машину, значит, стырил, да? Так нет, вот. Твоя машина в гараже стоит вон. Че она там забыла? Да я нечаянно туда телепортировал. Level up у меня. Level up. Ну чё там? Ну там тиран, мы не можем из-за него переместиться. Что тиран, тиран? Лобок. А чё тиран-то? Что ты в меню? Потому что ты в меню. А, ща. Тейлис вынес предупреждение тирану. Нормально. Всё правильно. Чё идёт? Ну? Всё. Живцем орём! Где мы? 5 секунд скайп чекаем. Пачки забрали. Так, а что насчет пушек? Что у меня там по пушкам? Тяжелый миротворец. 36, 48. А, вот зашли. О. Норм. Сейчас прокачаю сплы. Медали. Это страшная. Пипец. Губы зеленые. Сейчас страшно. О, норм, пестик. Мыслитель. Тимплей, ребят, тимплей царский вообще. Mm-hmm. Блин, я хочу себе какую-нибудь автоматик какой-нибудь.
все, пошли. Бегом. Сейчас закуплюсь. Подождите. А где, где здесь так магазин? Этот же тоже об. Так, о, сейчас снайперка. Ты закупишься в этом. Угу. В городе. Угу. Снайперский дробовик, отлично, всегда мечтал. Не, пожалуй, возьму автоматик. Погнали! Ну, типа, мы не можем из-за тирана, он тоже должен быть. Не-не, открывает, открывает. Так он тоже огнем жарит же, не? Этот пестик. Должен. Ну, если у тебя написано, то жарит. Go по миссиям, собираем сейчас все подряд. Ну, я сначала продам с ним лучше. Оп. Скутер. Эй, бро! Ага, понял. Ремалекс. А куда именно надо? Мне кажется, он наркоман. Да, возможно, кстати. Под чем-то тяжелым. О! Хороший дядька. Не навреди просто. Ну, доктор, он добрый, лечит. Plan, turn this city into a floating ass fortress of airborne awesomeness. B. I got some fuel cells around here. You'll need those. Oh, and you'll need this iridium here too. Well, let's head to the center of town and plug those two. Don't quest you get it? Yeah. Don't need a third, which is why. Yeah. Берем. Было договориться, где встретимся. Город-то не маленький. Как у тебя ключей нету? Поставь себе модификатор гранат. Не надо. Слушай, я знаю, тут можно в рулетку играть, не? Mm-hmm. Да, во. Вишенки! 106 бачей. Ой, я что-то взял. 32, 100. Лупил, сейчас я куш буду срывать. Пестик, что за пестик? Мы что там в казино зашли? Да. Я о, клевый автомат. Нормуль автомат, ведь, ну, спасибо. Ты забрал его? Да. Крыса. Дядь, играй на своем. Или это автомат хоть вообще? Ну, карабинчик. Я сейчас все бабки тут спущу. Ребят, остановите меня! Это болезнь. Можете нас не ждать. Да, мы лобаем. Что-то забрал, что-то крутое. У меня пока что-то херово. Ну я, наверное, последний раз крутану сейчас и все, я больше не буду. А там сколько денег просят за это? Сотку крутой. 106. Я не могу остановиться. Все, тиран пропал. О, женские ножки. Синий пестик. А чё у нас синий пестик такой нормальный? Урона меньше, стрельба очередями. Да не, херня какая-то. Угу. Всё, я наигрался, короче, хороший. Всё. 35-36. 35. Не, если как, я неплохо выгляжу теперь.
ты встал-то? Так все, я пошел. А как можно продать все лишнее? Нету? Парня, я изменился. Красава, мы рады за тебя очень. Ну. Видишь, какая у меня голова. В шапке. Мама шапку попросила. Вы же еще один кость не взяли, вот. В тире надо сказала, один шапку. Кэшьер. Это же оружие плохо работает. Это оружие плохо работает. Ну, не знаю. Маркус, деньги не возвращаю. Мистер Крабс. Самый настоящий. О, вот здесь можно взять снайперскую винтовку. Блин, я бы тоже со снайперки погулял бы на самом деле. Пойдешься. Во! Это лютая мадам. Это няшная мадам. Это немытая мадам. Я... О! А блин, у меня DLC нету. Я только что купил. С чего его поджарить? DLC купил? Ну, на эту шапку, она ж классная. А сколько DLC стоит? 49 рублей. Я хочу купить, как купить? С чего его надо поджарить? Он говорит, с огненной фигня, где ее взять? О, все. Вот это пушка. Это винтовка. Это прицел. Тут чел предлагает. Где предлагает? А в вашем инвентаре появился новый предмет для... Пройдете? Кто предлагает, я не пойму. Это этот мужик предлагает, что ли? Да. Все, ну я сдаю. Угу. Что происходит-то? Давай дальше. Коррозийное стихийное оружие. Armored targets like these damned Hyperion robots can take a lot of damage. Не, скриптлорд, не надо. See how the acid eats through the metal? I must confess. Ну, в общем, стих показывает, что разные стихийные пушки против разных монстров. Теперь довольно как шлаковые пушки. Так, те, кстати, ключ, который предлагали, это да. Что, забрать? Ну, типа, если заберешь, будет. Ну, давай. Там просто... Когда мы играли с Антом, сколько мы там, часов 5-6 играли, у нас были пушки по 100 урона. Это мы здесь поиграли где-то часа полтора, здесь, если сейчас мы откроем, будут по 150-180, ну то есть легче. Что нам делать? Если купить стихийное оружие, этого можешь сделать до ближайшего торговца оружия. Все что ли? Че, вроде все. Надо слить ему всякую херню. Так, я его граблю. Спусти, спусти. Все, оптовые торговли, рейтинг безбашенности 5. Все, погнали. Пошли проходить миссии. Введи shift ключ. Что за shift ключ? Что там тебе предложили? Не, не понимаю. Предлагайте нам, он не понимает. Введи shift ключ, я тебе скину его. Так, что мне надо сделать, я не понимаю. Господи, голос этого чувака просто божественный. Чё, а? Потратить какую-то хрень, что там есть? На себя увеличить число патронов для снайпера, пистолета, пулемета, дробовика, штурмовой винтовки. Так, мне надо подрегенец. Улучшение. А есть что? Есть. Вставить третий аккумулятор. Вы халявщики, ничего не делаете. Я пытаюсь Сергея найти, отстань. Помочь скутеру с планом Б. Скутер! Где ты?
Что-то все трясется, парни. Что вы натворили? Кто-то что-то сломал. Я аккумулятор вставил. Куда ты аккумулятор вставил? Всюду. Чат, не тупите, shift-коды только в английской версии можно ввести. Беда. Что делаем? Все, гол? Так, а вы были в магазинчике? Я хочу купить DLC, но меня почему-то не перекидывает на DLC. Короче, мы идем играть или нет? Гоу. Во время обработки запроса произошла ошибка. Данный товар недоступен в вашем регионе. Я не могу купить DLC, серьезно? Лалка, что ли? Что делать дальше? Добыть ключ от командного центра Роланда. Написано, что он идет... А, он мне его дает. Все, добыл. Дальше что? А, теперь надо открыть дверь. Гоу. О, тут пушечки есть прикольные. Детский щит кому-нибудь нужен? Детская присыпка нужна? Ты снайперку хотел? Да я вот думаю. А сколько можно с собой пушек носить? Пока две. Ну, типа еще как туда попасть? Личку посмотри. Когда попасть? Личку посмотри. Вы мне скажите, вы покупали всякие эти модификаторы, типа... Да, я на штурмовую взял. Я ничего не покупал пока. Я просто просрал этот ключ вводится из меню английской версии в Steam должно быть. Два у тебя эти ключи можешь давать своей команде, они используются один раз для одного аккаунта. После того, как выйдешь в английский, они появятся и в русской версии. Че, мне перезаходить надо, что ли? Да забей, короче, потом это сделаешь, ну, типа, перед тут... вторым заходом. Перед вторым? Ну, когда будем второй раз заходить. А там уже смысла не будет. Ну так что делаем-то? Ключи все играем, да? Это как хотите, мне это все. Играем! Опа, квестам. Да, я уже прохожу. Ну это читерство, наверное, да? Давайте, может, не будем. Что мы делаем? Кто это говорит высоким голосом? Кто у нас говорит высоким голосом? Кто говорит у нас высоким голосом? Каким высоким голосом? Нет таких. Ну да. Нет, эти ключи выдают каждую неделю. Ну типа, я не знаю, надо оно нам или нет. Договорись, не... да играйте уже нормально, господи, что, без ключей нельзя пройти, что ли? Я хочу купить DLC. Да смысл, какой сейчас покупать DLC? Так не могу, не разрешают. А на что тебе DLC, что ты там хочешь? О? Ну а что там в этом DLC? Хочу себе голову поменять. А, понятно. Станис. Бартон. Почему он снова умрет? Почему я не могу купить DLC, не понимаю. Ты где живешь? В Воронеже. Воспользовался сейфом, да. Роланда. Ну не знаю тогда почему. Бред какой-то. Ну как им воспользоваться этим сейфом Роланда? Пошлите, он, кстати, не знаю где ты. Трем-триарем-трем. Кройся, крыса. А, с русской версии не переносит в магазин, понял. В раке у меня русская версия, переносит в магазин, я купил все. Угу. А где это? Чё ты хочешь? Чё ты хочешь? Head down there and find out what kind of weapons cause them. This is the Firehawk. Cut the frostbite here, your people will die. Ущелье отмороженных. Тиран, это тебе твоя дорога. Подождите, я сейчас куплю DLC. Я хочу поменять. Короче, пока кондёр выключу. Давай.
Так, как где купить DLC-то? Borderlands 2. Мы играть будем или нет? Вот кто сказал про кондер? Вот Хан сказал про кондер. Да, я DLC куплю, подожди. Да отвали своим DLC. Ну тут быстро. Трочь. А какой именно пак? Это вот этот Ultimate Wild Hunter? Апгрейд пак 2? Вот тебе говорят, ключи дают лучшее оружие на текущем уровне. Это скучно. Ну и смысл какой-то, да. Слышь? Чего тебе надо, лошадь? Ледокол, какой пак надо купить? Чё-то я не знаю, мне перекинуло в магазин и всё. Короче, забей, ладно. Да, вот именно. Комплит пак и всё. Сезон пас надо было, да. Наверху там сейф и дадут третий слот. Походу, мы что-то не нашли. А чё за музыка? Не, дали третий слот. Дали? Да, мне. О, да, у меня тоже дали. Дали. Нам босс снайперку брать. Откуда музыка? У меня одного музыка играет. Да. Не, серьезно? Да. Иди в жопу, тролли. Серьезно, у меня нет никакой музыки. Тоже тишина. Сейчас на стрим включил, блядь. А, такой. Это в стиме играет в менюшке. Садишься? Упырь. Я понял. Поехали. Ехай! Ехай на. На север. Водила. Мудила. А чё, прикольная песенка, кстати, была. Чё, никого не будет, что ли? Быстро доехали? Очень. Скажи, Витя, нажми на F сейчас, когда поедешь. А все, мы приехали, что ли? Не, поехали. Поехали. Сын и собак! А че они не идут за нами? Кто? А вы вообще куда? Мы знаю, тут псов. Мы на миссию. И он что-то еще. А, все. Кстати, когда мы в прошлый раз играли, мы сюда не ходили. Мы на другой квест пошли. А, не, я это проходил. О, ледокол уже был. Пришли на миссию. Разброс странный, да ужаса. Может, поможете как-нибудь, я не знаю. А, ладно. Я уже нажимал, не успел. На того я поднял. Блин, не нравятся мне пушки, которые не поджигают. Вы оставьте мне его. Я добью его, тиран. Ну, ты хренный пистолет. Спасибо. Ну, резни хотя бы, ты меня куда-то убегаешь. Меня, ну ты что, не где видишь, ты? Алло? Где ты? Вот я лежу перед тобой, алло, Вася, а где глаза. Хоть? Князь, ну что, ой, ты где ты? Ой. Кусок. Ну что? Где ты спрятался? Хорошо, попросишь ты резнуть и добить. Ты в кустах сдох. Keep your mitts off my boy! Finders keepers, losers die! Now what the hell? Что за херня? Looks like you found what's been perforating my clientele. Доктор милосерд. Болит. Слушай, нормально надвигай, так я скажу. Ну сейчас я еще подниму. Ну-ка. Опа!
Кто его поднимет, тот рак. Кто поднимет, тот вообще. Ой, кто последний, тот лошок. Где ты лазишь? Ты где, тиран? Из последних сил, сука. Дедокол, я тебя спасу. Ну, это мой... Это мой первый гуф. Ой, он приходит. Ой, а чё это он... Теперь меня спаси. Где ты? У меня криты по нему летят, но у него ничего не добавляется. А чё он такой жесткий? Реконструкция. Плата 150 баксов. Спасибо, лоу, что воспользовались системой персональной реконструкции. Ага. Я гуфаю. Я ему по 250 бью, и у него вообще ничего не сносится. Нет, что-то сносится. Нет, 285 мяса с пистолетом. Я умираю. Парни! А, да. А, да. А, ну да. Не, ну я видел, да. Но как бы да. Тут лут был, все дела. Хант? Чё? Умираешь? Скажи об этом. Ну так я перед тобой лежал, я думал, ты видишь. Не успел. Там что-то сзади резнулось, пацаны! Кучи атакуют! Надо какой-то... Ну, ты так себе. На пару патрон. Куда не ломит? Когда я последний раз слабо укачал? Подождите, у нас дали оружие какое-то, и надо из него убивать. Из него надо убивать? Видите, написано. А, вот, да, на троечку. Кто меня убивает? Я такой уйду. Да, я лежу, отдыхаю. Нормально. А ты где? На входе. А что ты там делаешь? Я не знаю, как он там гуфнул все вообще. Слушай, а прикольная пушка, я себе хочу такую. Ну смотри, прикольная пуколка, глянь. Там что-то загорелось, а что надо сделать-то? Что-то убей горит. 25 чуваков этих. Так у нас они кончились, а мы... Да не, они сейчас резнутся. Должны, по крайней мере. Медаль. По-моему, мы... Запороли миссию? Угу. Может дальше, по-моему, да пройти, ну... и там все нормально будет? Попробуем, давай. Там, видишь, горит восклицательный знак. Может там что-то будет. Не задание взять спецоружие. Надо было убивать и спецоружие. Так, ну, а мы убивали их так. Да вот есть типы какие-то, сейчас убьем их, все нормально будет. Мы, кажется, тоже первый раз так лоханулись, как проходили. И потом типа так просто их дожарили в других локах. Давайте со спецоружием. Рядом есть база, там их много. Подскажи. А что за спецоружие? На троечку, не, у тебя нету? Это не те типы. Троечку я карабин себе поставил. Ну вот тебе должны были в третий слот дать оружие. Ага, да. Вот я нашел. Че, выходим? Куда выходим? Там он, кстати, не знаю, дальше надо идти. Ну туда идем. Кстати, не знаю, это, по-моему, вообще другая миссия какая-то. Ааа! Нифига себе, он плюнул. Нормально, да. А где тиран умер? Да я рядом. Не вижу его. Это бред какой-то. Че, идем на восклицательный знак? Да, да.
меня кончились патроны. Да. Причем во многом оружии. Да. Саны, голубь, иди сюда. Когда я последний раз уровень качал? Да вот, да. У меня 9-й. Мотель «Довольный свин». Хорош. Так, стоп, давайте. Чё такое нет энергии? А, у них света здесь нет. По инвентарю, что у нас там по уровням? У меня есть один навык. Уровень стрельбы. Что-то сделать надо. Свет там включить, надо поехать на вышку и что-то там сделать. Включить паровой насос. Well done. Когда стреляешь, целься. Зачем? Не знаю. Херню не сосквит. Найди паровой клапан, найди конденсатор. Давайте в разные стороны. Я вот бежал налево, вдали который. Так это типа вывеска, да? Да. Ну, куда ты давишься? Я уже почти добежал. Ой, пацаны, спашенные бортоплюй, которым я просто развалил за полсекунды. Ты когда активируешь эту хрень, которая там на точке, ты заспаунишь этих всяких там. Мне походу его убить надо. Ледокол, садись, поедем, поможем. Пацаны, помогите кто-нибудь. Гнали. Ну я тогда пока пойду. Меня развалили. Точку. Я его не развалю никак вообще. Группа спасения здесь. Он жесткий очень. Ты его не заметили. Все, спасли. Можно убегать. Не, давай добьем. Фига, че это вы такие плотные ребятушки. Все, пожучил. Собирай лут, я держу его. Да, а чё вы такие толстые-то, псы? Ну, жирный кошмар. А где Хант? Я еду. Мы бросили его. Че ядовитые эти, по-моему, должны. Ой. Ребят, чтобы в коп играть, надо платную версию иметь. Ну, не обязательно. Можно скачать пиратку, там пропатчить через какую-нибудь локалку, через какую-нибудь программу, которая создает локалку. Но мы играем через Steam версию. Очко взорвется. Блин, какие же они толстые эти рычаги. Так что надо сделать? А, заменить клапан. Заменяйте клапан. Че, я побежал. Я пешком. Я тут сзади. Да
Да чё, он такой жирный-то, а? Да по нему хер выводёшь. Ого, что произошло? Спасёшь? Попробуем. Попробую заехать пока к нему. Да давай. Так, что надо сделать здесь? Так, здесь ничего. Заменить клапан. Заменили. Все. Включить паровой насос. Сейчас включили. Включим. Ой, электричество появилось? Да. Отлично. Отлично. Так а что такое? Требуется шизострел. Нет, мне не нужен. Шизострел. А продавать мне особо нечего. Так, а что это за модификация у меня такая? Так выглядит документ, подтверждающий, что ты... Патрульный защитник. Херня. Фига. Что, погнали? Что дальше делать? А, о, автобус какой-то. Что с ним надо зробить? А, смотри, забрать почту, помнишь, там надо... А, да, нам еще быстро надо ехать. Машину еще подгоним? Машину еще одну возьмите заранее. И лучше сразу кто-нибудь езжайте. Я не помню куда. Вон прямо и направо, там они на воде. База у них. Меня подождите. Все. Погнали? Наверное. Все, полетели. У меня пассажира нет. Забрать ну, почту сначала. Забери почту. Так я сейчас заберу и время уже пойдет. Ты сначала приехал туда. А куда надо, я не помню. Вам не туда, вам вон туда. Туда? Нет. Куда же? Вон, видишь, я прыгаю. Туда. Окей. Вот прямо езжай, да, и там будет база на воде. Ой, да бери, хорош. Мы уже здесь. Все, увидели. Господи. Давай, бери. Все, взял. Погнали. Поехали. Да ё... А вот на базе вот эти, типа, убить с этой пушки? Да убивайте стрёшки, ребят. Ну там побыстрее разносите, а то сейчас опять заново придется. Так где этот конверт? Да твою мать! Сейчас подберу, потом тебя резко. Я тебя понял. Ребята, не убивай, не убивай его. По 40 секунд. А кто там гранатами кидается или что это за хрень? Доставил одну. Две еще надо. 50 секунд. На последнюю иду. Доставил. Одна осталась. За минуту справимся? Не думаю. Это я знаю, что не думаю. Был рестарт. Князь, да ты задолбал! А кто стрельнул-то? Лучшие! Да резьте! Don't worry, it's a good touch. Вы доставили почту или нет? Она где-то выше или ниже, я не пойму, где она.
Unfortunately, you're fired, because Dino's renowned enough to get back on his roof. I have a problem. You just duct tape my head to his co-hoster. Так, мы уже набили 21 из 25, кстати. Ой-ой-ой, там безбашенный кочевник идет за щитком. Где? Снизу. О, хорош. Мерилот. Слушайте, у меня сейчас патроны кончатся на этой пушке. Бля, я развернул спецом. Ай. Еще одного надо убить с этой хренью. Все, мы выполним. Не, поднимите! Почему перестреливаетесь, не пойму? Да тут вот товарищи. Так, мы сейчас два квеста же взяли, да? Ой, сделали. Типа того. Ну, это же замечательно. Нет патронов снайперки. Беда. Не допрыгнул. Ну что, поехали? Ехай. Я патроны забираю. Да как запрыгнуть-то теперь? Ой, что происходит? Откуда? Сверху шмаляет. Блин, обидно, что у меня всего 4, ну, 8 патронов в обойме. Неудобно. Да лол. Оставьте. Спасибо. Так, все, валим. Ну, типа валим. Все, что ли? Задание выполнено. Ни дождь, ни снег, ни скаги. Че? Не знаешь, что такое скаги? Скаги. Нет. Ска! Скади, скади. Занята, тиран. Надеюсь, другую тачку. Наша тачка. Бип-бип. Мадафакер. Поехали. Назад. Не в ту, да? Да. Возьми винтовку, на второе оружие будет много патронов. Сейчас возьму. Не переживайте. А с почтой мы не справились, да? Не справились. Куда ты погнал? Патрулирую местность. Чёрт, скинь до 20, я выйду. Стекло, что ли? Да. Так, награда. Что-то... Короче, карабин или награда. Липкая... Награда. Что за оружие есть? Карабин 45, скорострельность, перезарядка, емкость магазина побольше. Или граната. Ну, гранатами я редко пользуюсь. Я нормально. Вчера спроси у народа про смайлики. А что спросить у народа про смайлики? У меня нет никакой инфы, Витя. А что за смайлики? Не знаю. Фибоначчи что-то спрашивает. Кто спрашивает? Ну, он что-то хочет к Интернешнл добавить какие-то смайлики. Смайлики Доты в чат, что ли? Хотим добавить смайлики к турниру. Ти. А какие смайлики ты хочешь добавить? Гудхант. Что надо делать-то? Вот это смайлики. А, все, вижу. Погнали. А как избавиться от этой третьей пушки или нельзя уже? Добраться до ущелья отмороженного. Садитесь. Нам бы вообще этот квест сдать. Мы, по-моему, его типа выполнили, но... Ну да. Только где его сдавать? В
Вот идея себе сейчас. Ну, походу, автоматом сдался. Крыса, лицо Гейба и купол собора Василия Блажен. Наркоман. Погнали, короче. Кого-то продали там, ну ладно. Тирана. Так, у нас больше ничего нет. Все, я с тобой еду. А, ну ладно. Хорош. Вить, давай потом это обсудим, лучше в скайпе посидим. Секунду, скайп. А, вот, через тангл, да, мы тоже через тангл играли. Да едь ты, господи! Трупы насилуют. Не едь, а ехай. Да. Ну ты, Валера. Воу. Ледоко, у нас гуф. У меня поток упал. Подожди, Вить, стой. Ну и рабовой сет тоже. Да. Угу. Да? Чё-то с интернетом, походу, тебе. Может чё-то быть. Да. Да, у тебя с интернетом что-то. У меня он как бы есть, но его как бы нет.